Привет всем! Привет, зрители на Ютубе! Привет, зрители на Дзене! А мы тут только что ТикТоки смотрели на стриме. Офигеть! Целый один ТикТок посмотрели. Я его первый раз в жизни включил своими руками. И там был настоящий ТикТок, да? Вы не поверите, там котик был и очень ремикс песни Короля и Шута. Я без комментариев. Вот. В следующем году посмотрим еще один ТикТок. Через годик. Так что добро пожаловать в Tiny Rogues. Игрушка мне очень понравилась. По-моему, рогалик супер прикольный. Так что погнали. Погнали дальше играть. Так, что тут у нас есть? В прошлый раз мы играли вот этим чуваком, да? Ну, просто типа стандартный перс без ничего. Окей, ну я предлагаю не изобретать велосипед. Давайте возьмем лучника. Обычный стандартный лучник, да, из видеоигр. Находит рандомные вещи в комнатах с боссами. О, прикол. У него один силы, три ловкости. Что делать ловкость, я, кстати, до сих пор не знаю. У меня крайне тяжелая судьба. И он я с луком думал слыть сидя, но никак не решался. Благодаря тебе этому ТикТоку я наконец решился. Господи. Шутка. Все на дно! Тонные шуточки у вас, Зила. ЁПРСТ. Zero Toleration, иди в баню. Не пугай. Капец. Шутка днища. Я чуть не... Меня чуть не инфаркт не хватил. Ты чего хоть? Ну, ёшкин кот. Окей, играем за лучника. Начинает с луком, шапкой и плащом. Погнали, лучник. Шутники, блин. Окей, так. Что у нас тут у лучника есть? Шапка. Увеличивает на 10% скорость атаки при стрельбе. Плащ. Уклоняется от первого урона в каждой комнате? Читы? Лучшая шмотка в игре, точка? Как играть в эту игру, если не повезло с оружием? Сейчас выясним. Окей, это читы. Мы можем с этой штукой до конца игры ходить. И кольцо на плюс один здоровье. А лук? Лук скейлится, кстати, от силы и ловкости. Окей, прикольно, погнали. Так, бомб нет, поэтому камень не взорвать, пошли сюда. Давайте сделаем ставку, начать прогноз, и чтоб ставка была интересней, пройдем ли босса пятого этажа? Сразу на пятый этаж. Ставку сделаем, вот это будет повеселей, да? Чтоб не на каждый этаж, а сразу на пять этажей. О, вот это уже поинтересней будет. А, спойлеры пройдем. Я бы шел ва-банк. Сила. Если я правильно помню, сила дает нам здоровье. То есть, чем больше силы, тем больше у нас максимальной хпшки будет. Соответственно, нам есть смысл даже лучнику качать силу. Плюс, ну я другое оружие лучников не видел. Но этот лук плохо, но скейлится от силы. Поэтому, знаешь что, пошли качать силу. Может, у нас будет лучник-силовик. Мы найдем ему какой-то особо мощный лук силовой. А вот интеллект не нужен. Насчет интеллекта... Интеллект переоценен. Интеллект вообще, в принципе, лишний всегда. Особенно после того, как я посмотрел ТикТок, я теперь понял. Это окончательно. Окей, бомбу. Мы можем открыть. Blacksmith Whetstone. А, заточка. Улучшает оружие на один уровень до третьего уровня. Прикольно, это на потом. Окей, таверна пока бесполезна. Денег нет. В таверне, я так понимаю, все за деньги. Что-то мы там ничего бесплатного не было. Там много разных персов. Ловкость, мы хотим ловкость. Нужно выяснить, что чат нам дает ловкость. Типа, повышает ли ловкость шанс крита и скорость атаки? Ну вот сейчас посмотрим. Окей.
Шанс крита 5%, скорость атаки 3.07, берем ловкость. 3.08. Окей, ловкость повышает скорость атаки. Ага, понял, шанс крита не повышает. Зеленая дает зеленая, это очень логично. Рапсода скрит, ты дело говоришь. То есть ты думаешь именно скорость атаки, а наверное шанс крита повышается от силы? А что тогда интеллект повышает, никто не знает. Интеллект бесполезен, как мы уже говорили много раз. Интеллект переоценен. А между этот лук меня не впечатляет. Я бы хотел другой лук какой-нибудь, но его нет. Напоминает ли тебе эта игра какие-то другие игры? Ну игра, я так понимаю, что вся игра это отсылка и смесь разных игрушек. Вся эта игра это отсылки на Dark Souls, на Enter the Gungeon, на Hades и на другие рогалики. Кусь, по жизни я очень счастливый человек. У меня никогда не было трудностей в жизни, и я радовался каждому моменту. Но благодаря тебе и этому ТикТоку, все поменялось, мой дом загорелся, девушка бросила, с работы уволили. Спасибо тебе. Шутка, не спасибо. Ruin has come to our family. Шутки за 300, пожалуйста. Суперстар, спасибо за шутку за 32. Чат шутит сегодня. Ну хорош, хорош, ладно. Плюс 10 очков Гриффиндору. Окей, смотрим, сила повысит ли шанс крита. Не повысила. Странно. Окей, мы хотим ловкость, поэтому боинг. Я сейчас буду в статы заглядывать каждый раз, когда мы... А, может еще защитные какие-то статы апаются ловкостью и силой? Я об этом не подумал. Окей, ловкость, смотрим. А-а-а, мой экранчик, я не вижу. Окей, точность. Плюс 20% шанс крита. Неплохо. Просто вообще вот изи. Апгрейд. Варварство. 25% больше урона без брони. Ну, если мы этот плащ не планируем менять на броньку какую-то, то тоже звучит неплохо. Конечно, 20% шанс крита, это много. Интуиция. Усиливает скейл ловкости. Увеличивает урон от скейла ловкости на 6%. Я не знаю, насколько это круто. Это звучит круто на практике. Наверное, это хорошо. Ну давай возьмем, если мы будем в ловкость качаться. И скорость атаки у нас повысилась. Что еще бафается ловкостью, непонятно. Чат говорит, может быть, влияет на... вот, на выносливость, наверное, да? Точно. Вот, зелененькие статы. Выносливость — это наши доджи. И скорость регенерации. Я понял. А вот на что мана влияет. На синие сердца, на ману и на скорость регенерации маны. Но мана, если я понимаю, работает только с оружиями, которые ману используют. То есть на луке мана ничего не даст. Зато дадут бомбы. Окей. Босс. Случайное оружие ближнего боя или случайный аксессуар? Вообще-то у нас три силы, мы можем взять оружие ближнего боя. Ну давай нам аксессуар. В потолке открылся люк, не волнуйся, это глюк. Окей, я пропустил где-то глюк. Я где-то люк пропустил. Люк, я твой отец. Люк, я тебя пропустил. Люк, я вышел за сигаретами 20 лет назад и стал Дартом Вейдером. Все вопросы к Оби-Вану. Ты был избранником. Ты должен был открыть люк, а не упасть в него. Кс, я тебя скормлю своим детям. Ценю. Ценю твое желание содержать семью в достатке и в обеспечении. Сам такой. Но извини, наши
методы немножко разные. Обычно я людьми не кормлю свою семью, хотя всякое может быть, кризис и все такое. Gold Pine Resin. Резин. Усиливает оружие молнии на 10 комнат. Пойдет. Кольцо. Аметистовое кольцо. Такое же, как у нас есть. Плюс 1 максимального здоровья. Ну, то есть бесполезно. Походу, предметы продавать нельзя, так что можно смело делать вот так вот. Я не нашел, где выкидывать предметы. Где у нас коэффициенты? 93% на красные ставки. Круто. Окей, случайное зелье или золото? Мы пойдем за золотом. Золото рулит? Видимо, наверное. Золото правит миром, говорят. О, оружие! Давай мне оружие! Наконец-то! О, Vicious Energy Saber! Йоу, легендарная! Энергетическая сабля? Ты был избранником! Предрекали, что ты уничтожишь ситков, а не примкнешь к ним! Зеленая, это сабля Мейса Винду, которого сбросили в окно? S плюс скейл от ловкости. Неплохо. И она легендарная, у нее плюс 25 базового урона. И базовый урон, наверное, потом будет перемножаться со всеми модификаторами. Или какой-то развоплощающиеся чакрамы. Со скейлом от ловкости C, уроном 50-75. Накладывает яд. Фи. Амеду, давай. Как ты можешь найти? И тут какой-то магический посох со скейлом B от интеллекта. Как ты можешь найти энергетическую лазерную саблю и не взять? Лучник? А, ну, это лазерный меч. Окей, таверна нам все еще, я думаю, бесполезно. Честно говоря, что-то не впечатляющий ДПС. Давай мне синее сердце. Я возьму синее сердце. И дальности что-то у нас не особо есть. На бумажке она выглядела намного круче, чем на практике. Что с ней не так? Делает после рывка сильную атаку. Она после рывка сильно бьет. Технически у лука урон чуть-чуть меньше, но не намного. Магический урон у нее, может, из-за этого? Окей, вопросик, пошли вопросик. Статуя рыцаря. Помолиться ли статуя рыцаря? Да. Плюс 5 силы! Навсегда? Читы! Давай еще. Все, уже больше нельзя. Жадность. Окей, по-моему, нам дали плюс 5. Вот тут написано плюс 5. Кстати, вот теперь, наверное, лук даже будет больше по урону. Потому что он скейлится от силы в том числе. Я не знаю. Почему нельзя в две руки взять оружие? Я не знаю. Сабля какая-то фиговая, чат. Я думал, лазерный меч будет прямо топчик, но что-то он не очень. Сундук. Давай мне сундук. Если помолимся лучнику или магу, мы потеряем силу. Окей, я понял, понял. Нам нужны бомбы. По-моему, лук лучше. Окей, плюс силу я хочу взять, но у нас нет ключа. Может, я не прав. У лука явно меньше скорость атаки, но зато это лук.
У него большая дальность. Ловкость. Ловкости мало. Мало ловкости для того, чтобы сабля была хорошей, да? Типа сабля будет сильнее становиться со временем, а лук нет. Я понял. Нам стоит использовать лук пока что, но если наберем еще ловкости. Окей. Босс, много золота или сердечко? Мы идем за сердечком. Здесь очень тяжело находить хпшку. Мне так одиноко, обними меня, говорит. Сейчас обниму стрелами. Ну давай на боссе посмотрим. Вот босс хорошо проверить. Сейчас только надо поменять. ДПС у сабли намного лучше, но надо подходить. Не бойся, говорит. Я тебя всего лишь убью после обнимания. Ну теперь это совсем не страшно. Доджина. Я сабля намного лучше. Зелье берсерка. 15% атаки, скорости атаки на 5 комнат. Плюс одно сердце, крутяк. Я все еще бы поменял оружие на что-нибудь повеселей. Золото и бомба. У нас есть бомба. Шли за золотом. Ой, подожди, эти штуки из террарии. Чат, это штуки, такие штуки были в террарии, кусачки. Кусачки на этих, на лианах. Эта игра вся в отсылках, а? И мы пойдем за силой. Мы делаем билд на силу, ловкость. Мы не будем делать билд чисто на ловкость. Если я правильно понимаю, мы наберем достаточно силы и прокачаем себе максимальное здоровье. Если я понимаю, как работает сила. Плюс мы сможем брать оружие и на силу, и на ловкость. Хвататели из террарии. Во. Окей, ключик. А, у нас нет ключей. 69 золота ровно. Найс. Надо зелье, может, взять. А может быть, зелье лечения, да? Его можно оставить на потом, его ж не надо сразу хавать. Еще можно делать рывок, а потом делать атаку, чтобы бить вокруг, но оно какое-то неудобное. Грушка. Обязательно груша, всегда груша. Еще два левелапа до уровня. Мы можем это использовать. Прикольно. Типа так. Чух. Потом так. Чух. О. Алтарь крови. Требует сердечко. Но у него продолжительный эффект. А, пофиг на эффект. Это только на последних этажах. Сейчас лучше взять сундук. Да? И смотри. Чух. Мастерство кунг-фу. Мастерами кунг-фу не рождаются. Мастерами кунг-фу становятся. Мана? У нас появилась мана? Стой. Почему у меня мана? У меня 20% к дэмэджу написано слева. Стойте. Оружие бьет магическим уроном, поэтому у меня теперь есть мана. И скейлится, да, от интеллекта. Меч ест ману.
Значит, мне нужен интеллект тоже, если я с этим мечом буду ходить. А у меня интеллект ноль. Окей, я понял, все, проблема. Интеллект ноль — это проблема? Давай мне. Ну, кто-то скажет проблема, кто-то скажет преимущество. Меньше знаешь, лучше спишь. Да, и каждый удар меча расходует ману, да? Из врагов выпадают звездочки. Ну и в итоге у нас плюс 25% к дэмэджу. Вопросик, вопросик МБ. Прикоснуться ли к кристаллу, к странному? Да. Тебя благословила сила пилона. Меня благословил пилон? Пилон. У нас на 5 комнат продлено действие всех эффектов алтарей. Привет, Варлок, как тебе игрушка? Как по мне, огонь, имба, игра? Мне очень нравится. У меня, правда, 0 интеллекта в игре. Но игрушка нравится. Окей, знаешь что? Апгрейдим саблю. Давай, погнали. Будем качать интеллект тоже. Видимо. А может, не хочу ее на плюс 3 апгрейдить? Плюс 2, наверное, хватит. Тинк-тинк-тинк. Окей. Броня или аксессуар? У нас броня офигенная. Это считаешь, что мантия из Айзека. Холи мантл. О, пчела. Криш из моего улья говорит. Сейчас. Был твой улей. Стал мой улей. Что ты по поводу этого скажешь, пчела? Говорит бз. Окей, она какая-то злая. Пчела недовольна ситуацией. Мое синее сердце! Коза! Не, это сабля трэш. Прямо вот бежал под выстрел. Окей, здесь надо как доджить, как в Хейдесе или в Дарк Соулсе. Вперед, не назад. Мы живы. Кристаллическая. Кристаллический резин. Дает силу холода на 10 комнат. О, кольцо кристалл. Дает 10% к шансу крита. Вот это, наверное, интереснее, плюс чем одно сердечко. Давай ко мне 10 крита. Почему мы злодеи у паука-то брали еду, не обнялись и вторглись в улей? Это, кстати, правда. Пчела сидела себе в улье, никого не трогала. Мы такие пришли. Давай мед. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. И хана. Они взрываются, ага. Чат, откуда эти монстры? Из какой игры? Моя сила. Level up. Ганс. Окей, так. Безбашенность. На 10% больше урона за каждое сердечко, которого не хватает. Ну, типа, прикольно, если у тебя 5000 сердечек. Техника резолюции. На 30% больше урона, но критический шанс крита 0. Или летальность. Плюс 125% урон от критов. Мультипликатор урона критов. У нас кольцо на криты есть. Билд на криты делаем? Или билд без критов? Ну давайте билд на криты попробуем. Сколько у нас сейчас шанс крита? 15%.
Ловкость не прокачивает мне шанс крита. И сила тоже. У меня уже силы дофига, шанс крита как был, так и остался. Я не знаю, кстати, что прокачивает шанс критов. Видимо, только предметы. Урон сейчас большой стал. Окей, магазин. Опять мы без денег. Шли за золотом. Перки за левел. Окей, все, я понял. Короче, если мы хотим повысить криты, нужно вот где-то раскопать в перках за уровень еще шанс критов. Но тут уже рандом, как повезет, да? Окей. Сундук воинов дает для ближнебойных бойцов апгрейды. Вещи для ближнебойных бойцов. Мы сейчас типа рога. У нас не лучник получился, у нас получилось рога. Нам подходит? Или силу еще? Сколько у меня, блин, этой силы? 10 силы, 8 ловкости. У меня 5 плюс 5 сила. У нас один ключ. Давайте силу брать. Просто вдруг что-то легендарка какая-то выпадет. Можем взять еще золото. Кубики, я так понимаю, реролят комнаты, да? Может, еще есть какие-нибудь другие кубики, которые что-то другое реролят. Но пока что я видел, что кубики реролят комнаты. Таверна. Нам нужен ключ. Таверна опять скипается. Помогите. О, вот. Нам в прошлый раз оружие выпало из такого желтенького сундука, да? Броня! Броня Агатиса. Вокруг тебя летают ледяные орбиталки. Прикольно. Мы, правда, потеряем блокирование урона каждый ход. Но давай посмотрим. И чего? Ну, пошли потестим. Реально настоящие вещи лежат в сундуке Dragon Slayer, а из обычных сундуков обычно валится треш. Луркер, спасибо за донат. Спасибо за 100 сердечком. Я ценю поддержку, и походу Луркер прав, да? Треш. Какие-то летают штучки и наносят урон, они даже не блокируют выстрелы. Tower Shield. Башенный щит. Плюс 2 брони, минус 10% скорость движения. Ого. Не, ну 2 брони мы можем взять. А, кстати, сабля одноручная, так что с ней можно щит таскать. А где моя броня? Хотя 10% скорости передвижения — это неприятно, потому что передвижение — это наша жизнь, мы уклоняемся. Но две брони, есть две брони. А, окей, вот появилась броня через одну комнату. Ботинки или золото? У нас нет ботинок, пошли за ботинками. Гаргули! Dark Souls, привет! Мой любимый босс первого Dark Souls. Надо фокусить одну.
задоджено. О, хорош. Криты нормально дамажат. Мой брат, я за тебя отомщу. Давай, горгулья, мсти. Очень огненная горгулья. Моя броня! Я думал, у нас еще есть уклонение. Видимо, потеряли. Норм. Blacksmith Webstone. Еще одна заточка для оружия. У нас уже две заточки. То есть, если мы найдем новую оружку, мы сразу сможем на плюс 2 заточить. Ботинки с крылышками. Когда ты доджишь, когда делаешь рывок, дает 20% скорости движения на 4 секунды. О! А вот и компенсация защит. А боссы, кстати, как курки-близнецы в Ганжине, да. И мана-кристалл. Не знаю, может нам нужен мана-кристалл? Или сила? С мечом мана-кристалл? Если мы оставим этот меч. Фиг знает, ну пошли мана-кристалл возьмем. Походу у нас билд на все подряд. Примерно. Причем прикол брони в том, что ее можно починить у кузнеца, да? Типа синие сердца, которые ремонтируются у кузнеца. Плюс один мана-кристалл. Эй, пошли за силой, что ли? Кстати, нафига я нам столько силы накачал? А, нам нужно другое оружие. Сабля веселая, но... Столько статов в силе и вообще нет скейла от нее. Оружие! Поги! Поги! Это что за ересь? Биг чомпер. Скейл А от силы. Просто биг чомпер. Большой чомпер. Спектральный? Опа! Посох спектрального лезвия. Плюс один. Скейл А от ловкости. Или Desert Eagle. Золотой. Скейл А плюс от ловкости. Скейл от интеллекта. Ну, хорошо нам подходит с интеллектом 0. Прям идеально. У него элитный стрелок. Следующая атака после рывка наносит двойной урон. А я не знаю, может нам эту... Вот эту штуку надо взять. У нас мана есть загрейдженная. 315-350 урона. 4,5 скорость атаки. Окей, по скорости атаки он лучше. Вторую у нас плохие скейлы. У второй скорость атаки вообще почти нулевая. 1,2. Типа, Desert Eagle будет бить в 4 раза быстрее, чем Big Chomper. Ну и урон в 3 раза меньше, правда. Сабля, будем ходить в 2 сабли, а так можно? По-моему, так нельзя. Типа, сюда можно только щит поставить. Окей, давай Desert Eagle. Чик-чик. Окей, теперь мы с пистолетом. Ну, пошли 3 силы еще прокачаем, потому что плюс 3 силы, большой кусок мяса. Что-то он не очень хороший. Он еще и перезаряжается. По каждые 6 выстрелов его надо перезаряжать. Трэш?
абсолютный трэш. У Desert Eagle 200 range. Fant GV, новый чатер, добро пожаловать. Ты, это имеется в виду, что он на всю карту бьет, да? Окей, я понял тебя, спасибо. Еще я не могу из него попадать. Но это, я думаю, мои личные проблемы. Desert Eagle в Counter-Strike 1.6 был моим любимым оружием. А может нам интеллекта взять? Давай мне интеллекта, что ли? Интеллект 1? Намного лучше, чем интеллект 0. Будем думать большой головой, как лошадь. В Counter-Strike 1.6, когда мы играли в детстве, Desert Eagle был веселый. Он наносил очень много урона. Но если ты промахивался, тебе хана. Акробатика. Доджишь первый удар в каждой комнате. О, это скейт, наверное, стакается с нашим оружием. Рейдж. Получи ярость при ударе, когда 4% увеличение скорости атаки за каждый стак. Когда атакуешь врагов. Максимум 10 стаков. Стак 2 секунды. Окей, если много попадаешь по врагам, получаешь скорость атаки. Звучит неплохо, но додж первой атаки в каждой комнате. Мне кажется, нам нужен урон. Но урон мы просто нормальное оружие найдем. Это как плюс 1 хп на ласт-боссе, да? И плюс очень много хп в прохождении. Третье, ближний бой. Увеличивает урон по врагам в ближнем бою. На расстоянии 55, сколько бы то ни было. Так что это нам точно не подходит. Это может быть 40% скорость атаки увеличения. А возьму рейдж. Я хочу много урона. Окей, видимо, мы качаемся на силу. Видимо, это билд на силу. Хотя можно было взять ключ, ну ладно. Плюс 3 силы. Окей, скорость атаки явно апнулась. Нормально так. Прям очень хорошо бафнулась. Больше силы. 13. Все, силы больше, чем ловкости. Почему у меня получился? Окей. Okay. Но, по-моему... Может, лук взять? Может, лук? Трешовый стартовый лук? Я имею в виду, у него есть скилл от силы? Да? Он лучше, чем Desert Eagle? Да, это факт. У него больше урона? Как так получается? Окей, лук лучше. Окей, давай меч попробуем еще. Так, золото. Давай, давай мне, нам золото пока не надо. О, меч еще лучше. Подожди. О, меч так хорош со скоростью атаки. Меч супер крут. 25% бонус к урону. Окей, ближнебойное оружие или шлем? Надо шлем поменять. Говорит, я тебя сейчас силой солнца завалю. Ну, здрасте, сфинкс. У меня есть сила ДПСа. Что ты насчет этого скажешь? А-а-а, руина! Из какой игры Сфинкс?
из национальной египетской игры «Ответь на загадку или умри». У меня он должен не в ту сторону. Я, вы мне не поверите, но он у меня доджил не в ту сторону. Ты мертв. Саке дает плюс один набуханности. Ням-ням-ням-ням-ням. Окей, нам нужно что-то выкинуть. Мы можем использовать зелье. Можем выкинуть это кольцо. Давай мне саке. Ням-ням-ням-ням-ням. Каменная маска. Шлем. Плюс одна найденная бомба. Что? Окей, я даже это подбирать не буду. Позорище какое. Окей, я подберу, вдруг ачивка какая-то есть. Собрать все предметы и выкину обратно. Окей, попробовать два оружия взять. Сейчас, сейчас, сейчас. Мы прошли пятого босса. Красная команда. Боги. Окей. Теперь ли мы теперь ставка, пройдем ли мы ласт босса. Все, следующая ставка на ласта. Давайте, чат. Погнали. Брокколи, плюс три ловкости. Окей, знаешь что? Мы улучшаем эту саблю на плюс 3. И я не знаю, давай мне молнию. Я запрыгнул случайно. Ням-ням-ням-ням-ням. Окей, золото или сила? Мы всегда выбираем силу. Мы качаем только статы, которые бесполезны. И никогда другие. Warrior Stash. Это для воинов. Я все еще надеюсь, что мы найдем другое оружие. Нам не нужно апгрейды на ближнебойный урон. Но я не знаю, может быть, не судьба. Ключ? А, нам нужны ключи! Как я открою сундук без ключей и получу новое оружие? О! Сундук для магов. Фу, блин. Давай ловкость. Медузы стреляют лазерами. Чат, в какой игре были медузы, которые стреляют лазерами? На каких медуз это отсылка? Уровень! Окей. Amplify. Усилить. 30% увеличенный радиус поражения и 30% увеличенная урон по области. Воу. Или драчун. 10% бонус к урону за каждого врага в комнате. До 40%. Или варварство. На 25% больше урона, когда нет брони. Ну, броня у нас есть, и мне она нравится. Так что, наверное, Amplify. Так, говорят попробовать Desert Eagle во вторую руку. Он упал на землю, чат. Нельзя. Это именно слот под щиты. Там щит нарисован. Не получится. О, кузница, боги. Чини мою броню, спасибо. Так. Но Desert Eagle я грейдить не хочу. Алхимический сундук, там зелья. Нужно поставить колчан. У нас нет колчана.
У нас есть щит. У меня лучник с лазерным мечом. Джедай. Призрачный кубик позволяет перероливать выбор навыков при левелапе. Имба. Это то, что нам нужно. Окей, кубы, значит, намного лучше, чем я думал. Я думал, кубы только комнаты реролят, но реролить перки на левелапе — это уже совсем другое дело. Моя сила. Окей, магазин. Пошли смотреть магазин. Трава. Плюс 1 выносливости на 10 комнат. Фигня. Шлем рыцаря дает одну броню. Мы можем его одеть вместо шляпки. У нас шляпка трэш. И ловкость. Давай, почему нет? Это мышка! Я продаю за золото. Все продаю, говорит. У нас не лучник, у нас рога. Ну да. Окей, плюс 1 ко всем статам или меч. Пошли плюс 1 ко всем статам. Билд на статы. Посейдон, привет, Посейдон. Чё там, как, кто проживает на дне океана? Посейдон? Йоу, эта сабля взлетает. Эта сабля нормально так взлетает. Хватит убегать от меня! Посейдон, постой на месте! Остановись и насладись моментом, Посейдон! Я потерял всю броню. Ты жалкий человечка. Ты вообще, короче, говорит, ты селедка в бочке. Так, меня еще не называли. Я переключился на Desert Eagle, но почему? Он сменил мне оружие? Читы? Посейдон врубил читы? Что взяла? Почему включился? Подожди, эти кнопки меняют оружие? Это хоткей! Я случайно использовал какой-то предмет. Окей, это хоткей на самом деле. То есть мы можем поставить на единичку, например, Desert Eagle. И теперь, нажимая единицу, я буду переключаться между оружиями. Прикольно. Окей, мы можем делать билд на два оружия. Порошок ремонта ремонтирует броню. Это можно прямо во время боя с ластом использовать, если что. Плюс один ко всем статам. Арантек, привет. Кстати, этот. Да, он себе... Посейдон-то себе заруинил, по-моему. Окей, бомбы у нас есть. Пошли смотреть, что в подарочке. Джины. Джины и фриты. Подожди, эти джины и фриты, они... Повара, что ли? Чад, это повара? Апгрейд на оружие нам не нужно. И магазин или инфьюжн. Пошли в магазин посмотрим. Воу-воу-воу-воу-воу. Метательные дротики. Скейл от ловкости и силы. Мы нашли их. Офигеть. Метательные дротики. От ловкости B+. От силы D. Ну, кстати, скейл не очень хороший. Трэш? Я души не собрал. А, души переоценены. Да, это джевелины. Как у амазонки. Надо попробовать за 7 золота. Так, браслет на скорость атаки. У нас браслет на криты. Тапки на броню. Не, я хочу тапки на скорость. Пошли за силой. Окей, мы попробуем их.
Если что, я буду переключусь обратно на саблю, если они трэш. У них 20 зарядов. Ну, вроде неплохо. Оружие! Поги, еще оружие. Перезарядка 2 секунды. Перезарядка долгая, да? Они лучше пистолета, но сабля все равно круче. А, мы сейчас что-то крутое возьмем. О, копье. Скейл А от силы, Д плюс от ловкости. У нас силы больше, чем ловкости, кстати. У нас 25 силы. Это что такое? Это что-то магическое, что-то на магическом. Копье неплохо, а лук? Dragon Slayer Bow. Лук охотника на драконов. Скилл S плюс от ловкости, А от силы. Наносит 30% больше урона против драконов. 1000 урона! 1000 урона! Окей, наверное, мы, наверное, выберем это оружие. У меня полный инвентарь. Будьте добры, выбросьте вот этот лук. Мы, наверное, возьмем это оружие. Я, наверное, на него применю 2 камня улучшений, чтобы он был плюс 3. А он медленный. Ваншот билд? 26 тысяч крит? Это был 26 тысяч крит? Окей, это билд нас на ваншоты. Он бьет по 6500. Окей. Нам нужен хороший апгрейд какой-то. У нас есть весь урон. Так, получи и забирай. Дает 5% увеличения урона за каждую выносливость, которая у тебя есть. И увеличивает скорость атаки, если нет. Это фигня. Квикстеп после рывка дает ускорение. Или атлетика. Акробатика. Уклонение от первого удара в каждой комнате. А наш последний апгрейд. Акробатика звучит нормально. Я рольнул. Вдруг тут что-то классное. Адреналин. Наносит 40% больше урона в комнате, в которой ты получал урон. Это прикольно на боссе. Баллистика. 20% шанс выстрелить еще раз дальнобойным оружием. Йоу. Вот это нам нужно. Вот. Окей, мне нужны зелья, пошли за душами. Типа мы, конечно, и так всех ваншотаем, но на боссах. Я надеюсь, что это работает так, как я думаю. Подожди, где? Щит не работает, чат. Щит сломался. Потому что он двуручный лук. Все, я понял. Брони больше нет. Броня только от шлема осталась. Мне нужно в таверну. Пошли сюда. Критические удары на 21 тысячу мне нравятся. Давай мне сундук. Precise базука. Подождите, стой, мы нашли базуку. Одну секунду. Мы нашли базуку. Скейл от ловкости и силы тоже. Перезарядка 2 секунды. Плюс 10% шанс крита. Окей, нам нужно проверить базуку. Большие взрывы, а? По-моему, она хуже.
Нам не нужен интеллект. Всем нам интеллект. Думать вредно. Окей, базука трэш. Да. У нее прикол, можно заходить в комнату, стрелять из базуки, а потом переключаться на лук. Скорость атаки. Окей, босс. Плюс один ко всем статам, конечно. О, у нас лук с уроном против драконов. Я король горы, я огонь, я смерть. Привет, Смаук. Как дела? У меня тут есть для тебя лук. Ты мертв. Не умничай, Смаук. Ты мертв. Такой же трэш, как и в книжке. Окей. Какое-то зелье, я не знаю, выпей его. Плюс один ко всем статам. Поги. Окей, это хороший лук. А думаю, мы идем за победой. Бомбы у нас есть, давай мне души. Не, базуку нафиг. Она явно того не... Она не может того стоить. Окей, ключи или золото? Пошли за ключами. Окей, че, магазин? Тапки. Увеличивает длительность алтарей. Мешок на голову. Увеличивает на 15% урон от кровотечения или щит, дает одно сердце, все трэш. Мы оставили ключ. Оу-оу-оу-оу-оу. Это из Ганжина. Чат, это был противник из Enter the Ганжина. Вот, посередине, как она называется. Железная дева. Это была железная дева, чат. Я ее узнаю везде. Я с ней провел столько часов. И она меня так бесит. До сих пор снится. Спасибо, чат. Свинцовая? Lead Maiden. Leaden Maiden. Да, мы качаем силу, правильно? Нам нет смысла не качать силу. Да, у лука скейл от силы А. Интеллект переоценен. Да, у нее атаки такие же. Она к стене делает атаки, а потом они летят обратно к ней. Я помню это. Я помню. Я еще не все забыл. А, мы не сможем загрейдить лук. Лук уже плюс 3. Нам бесполезно идти в кузницу, правильно? Чат, как улучшить оружие выше, чем на плюс 3? Если это можно. Ловкость? Плюс один ко всем статам или оружие магическое? А мы, наверное, возьмем плюс один ко всем статам. Почему мясо дает силу? Объяснимо. Почему конфеты интеллект? Что-то, по-моему, это не конфеты. Съешь конфету, поумнеешь. Я вот много конфет ем. У меня голова вон какая большая стала. В таверне есть леди, которая чарит за 30 голды. Окей. О, суккуба. Чё пришел, говорит. Сейчас я тебя буду страдать. Знаешь что? Я не ценю такие приветствия. Сначала надо чаю, кофе. Потом можно страдать.
Ага, говорит. Сейчас мы могли повеселиться. Ну, хорошо, сейчас я тебе покажу. Что, я что ли это начал? Я такой зашел, а она давай страдать сразу. Здрасте, до свидания. Я, может, с добрыми намерениями пришел. Ух ж ты, суккубы. Не настоящие, фэнтезийные, кстати, они. Суккубы это фейк. Их на самом деле не существует. Gold Pine Raisin. Будьте добры, и плюс один ко всем статам, level up. Виталити. Просто плюс два сердца. Я имею в виду топчик. Ну, give and take мы уже видели. Там какие-то бонусы к урону, к скорости атаки. Короче, фигня какая-то. А ловкость. Увеличение скорости передвижения на 10%. Модификаторы на скорость передвижения влияют на скорость атаки. Опа. А знаете что? А у нас ботинки дают скорость передвижения после рывка. 20%. Неплохо. Берем. Типа, чух, а потом быстро стреляем после рывка. О, хорош. Иногда в кузнице сидит темный дворф. Он улучшает до плюс 4. В таверне продают запчасти, но только для стволов, пушек. Кстати, персонаж ковбой открывается, если именно ствол пушку заапгрейдит до плюс 4. Луркер, спасибо большое. Спасибо тебе большое за донат и за разведданные. Это очень важная инфа. Окей, окей, я понял, я услышал. Ну, во-первых, да, если найдем апгрейд, надо будет заапгрейдить именно Desert Eagle. А то, я думаю, у нас так все неплохо, да? Мы типа в порядке. Я думаю, мы выиграем. Это надо выкинуть, кстати. Это надо выкинуть. Desert Eagle мы оставим. А его еще нужно на... Короче, надо его заапгрейдить сильно. Это можно выкинуть. Я шапку одел на скорость атаки. Нам нужна сила. Где луркер говорит? В кузнице может сидеть темный дворф. Значит, надо во все кузницы заходить. Я был неправ, что пропустил кузницу. Ну, кто ж знал? Плюс моя... Плюс ловкость. У нас не хватит денег на плюс 4. Значит, копим деньги. Больше денег, богу денег. Чат, кто бог денег? Локи — бог вредностей. Тор — бог молний. Кто бог денег? Бахус — бог вина. Зевс — бог молний тоже вместе с Тором, а не по очереди. Человек-паук — бог паутины и шуток. Мидас? Мидас не бог. Мидас... О, нам сюда надо. Надо ли? Мидас был царь. Типа легенда о Мидасе — это легенда про жадного царя. Он типа был такой весь из себя Мидас. Я такой царь, я очень жадный и хочу много золота. Потом ему бог какой-то сказал: ну на тебе, короче, приколюху. Вот что тронешь, то и станет золотом. А он такой: о, я богат, Джонни, мы богаты. И давай этот всех трогать. И все превратились в золото. И у него жена, деньги померли. Дионис его затронил. О, он же Бахус. Я бог денег? Понял. У нас бог денег в чате, чат, осторожно. Плутон вроде бог богатства. Плутон? Плутос бог богатства? Плутон это в каком ганшине? В какой мифологии? В римской или в греческой? Я римскую плохо помню. Плутон это разве не в римской?
Плутос. Ну, он, по-моему, в римской, нет? Проклятый алтарь даст нам плюс одну ловкость навсегда, но заберет сердечко. Не-не-не-не-не-не, нам это не надо. Не ловкость, не выносливость. Почему на этом уровне мозги летают? Гермес за торговлю, наверное, он лучше подходит. Гермес... В греческой мифологии все эти боги были покровителями очень много всего. Power Gem? Кристалл увеличивает твой уровень на один? А, будьте добры. Плюс один уровень, который у меня максимальный, видимо. Плутос был в греческой. Окей. Римская мифология рискин греческой, да. Окей, значит он греческий был. Почему у нас нет бога всего, чтобы абсолютно все и сразу? Чат, кто ему скажет? Чат, кто ему скажет? Окей. Бог осьминогов? Что привело тебя сюда? Безумие? Типа сдурел, что ли? Слышь, ты, щупальца кальмара. Сейчас будем суши готовить из морепродуктов. О, морепродукты, норм. Сдавайся, говорит, я прочитал твои мысли. Тебе, короче, не за что сражаться. Не умничай. Не надо тут ля-ля. Все чужие мысли читать, это некрасиво. Какой некультурный осьминог. На тебе криты по 20 тысяч за это. Александр Диев, новый чатер, добро пожаловать. Здравствуй, новый чатер. Александр, ты из Dwarf Fortress к нам пришел? Или нет? Или просто Диев? Так, плюс один ко всем статам, кстати. 20 ловки. Окей, каждые 10 статов, видимо, дают дополнительную плюшку. Сделали 20 ловки, получили еще один додж. Если сделаем 10 интеллекта, получим Нобелевскую. Все Александры были заняты. Я понял тебя, я понял. Я тоже варлок ТД, потому что все варлоки были заняты. Когда-то стал. В какой игре были заняты все варлоки, что я себе сделал? Мы берем плюс 3 силы. Интересно, какая была игра, из-за которой я дописал ТД в конце? Это было что-то онлайновое, но... Что? По-моему, это была Диабло 2. Нет, не Диабло, потому что это было уже в Ярославле. А в Диабло я играл еще давно в детстве. Я уже женился к тому моменту, как я дописал себе ТД в ник. Окей, что я играл? Что я играл? Это не могла быть Дота никакая. Pass of Exile? Это было до Pass of Exile. Нет, не Дота. В Доте были... Ник Варлок был в Доте. Потом ник ТД тоже был в Доте. Это было два отдельных ника. Варлок и Тайлер Дёрден. Потом они соединились, когда я в какой-то игре не смог найти... Когда в какой-то игре был занят ник. Мне пришлось писать Варлок ТД. Fortnite? Когда я этот ник делал, Fortnite еще в проекте не было. Это было 12 лет назад. Или 10, или 11. Что-то такое. Чат, во что я мог играть 10 лет назад? Спросил он у чата, потому что чат лучше знает. Стример спрашивает у чата, во что он играл 10 лет назад.
танки. Кстати, нет, в танках у тебя нет, по большому счету, ника. У тебя есть логин, да? Или есть? Нет, не танки. И не Алоды. В Алодах я Warlock TD не подписывался. Блин, где это должно было быть? В Алодах я делаю лорные имена персам. Может быть, Prime World. Стрелок прав, это мог быть Prime World. Во. Во-во-во-во-во. Потому что первая онлайн-игрушка, которую мы с женой играли здесь, на новой квартире, это был Prime World. Ты прав. Не, не Майнкрафт. Да, это был Prime World, точно. Это, если что, это такая наша русская версия Доты с Pay2Win'ом. Ее уже закрыли. Не зря дед тут сидит, да, стрелок помнит лор. Стрелок помнит весь лор. Да, она закрылась, я видел. Ну и этот, земля ей прахом. Pay2Win помойки лучше закрывается. А, блин, игрушка прикольная, но, господи, она никак, она не играбельна. Но игрушка мне нравилась. Варлок, с каких пор ты начал проходить рогалики в глубоком раннем доступе? Привет, Кайто! Ты знаешь, что-то понравился мне рогалик. Прямо очень понравился. Окей, мы хотим схавать вот это, и мы хотим идти в магазин. Скоро уже босс. Надо что-то на босса. Камень очищения диспелит проклятие. Проклятий нет. Можно вот кубик купить. Это что такое? Урон на 20% на 5 комнат повышает зелька. Наверное, босс будет через 5 комнат. Какой-то... О, еще левел ап. Пошли еще силу вкачаем, что ли? Если вы играли с женой, почему бы не спросить у жены? А, жена у меня одна, а чата у меня много. Потому что жена там в соседней комнате работает работу. Типа она болеет, но из-за того, что на работе завал, она не может просто взять и взять больничный. Она болеет с температурой, кашлем и всем остальным. И официально еще и работает из дому на удаленке. Так что мы жену не трогаем. У нее, ей надо сейчас спокойствие, помощь, но явно не вопросы. Жена, ты не помнишь 12 лет назад, какую игру мы играли, где я синий кварлок тогда сделал? Да. Окей, мы не можем загрейдить в этой кузне. Ну давай загрейдим этот Desert Eagle на плюс 3 для ачивки. Попробуем. Надо его, правда, плюс 4, но может мы сейчас еще найдем где-нибудь апгрейд на него. Окей, это чисто для ачивки. И мы можем рерольнуть комнаты. Плюс одна сила, больше силы. Богу силы. Интересные вещи на экране происходят, а? Ранний доступ — это наше богатство. Большую часть игр, которые мы играли, было в нем. Йоун, мы, наверное, хотим много зелек сейчас захавать, да? Взять сундук с зельками, перед боссом объесться просто этими зельками. Это правда. Большинство топовых игрушек, рогаликов, были в раннем доступе, правильно? Пеглин, Slay the Spire. Все, игры кончились. Это вся моя жизнь. Пеглин и Slay the Spire. Окей, зелье... Гнева дает криты 10%. О, а вот и Last Boss. Как вовремя зелька. И орбиталки. Так, что мы вот это вот хаваем перед боссом. А вот это хаваем, это не захавать.
арендодатель, да, вот тот же Rogue Legacy 2. Не, Rogue Legacy 2 плохая игра. Хорошая, но не для меня. Окей. Ты играл в Monolith? Не, не играл. Играл ли в Stalker? Да. Stalker мне очень нравится. Я играл когда-то. Stalker. Я все Stalker играл. Мне особо нравится Зов Припяти. Затем плюс статы на последнем боссе? Почему нет? Говорит, ты прошел очень далеко. Сейчас тебя буду бить. Ты, я смерть и все такое. Ты хорош душить смерть. У меня есть лук, и я не боюсь его использовать. Сейчас посмотрим, кто из нас тут настоящий смерть. Она исчезла. Ой. Что-то смерть у нас быстро померла. А, точно, я забыл про эту фазу. Как это доджить? Я не знаю, как это доджить, чат. Победа? О, плюс один ко всем статам. Может, это не ласт босс? Левел ап. Мы получили один урон. Ты чувствуешь, то тебе как-то фигово. Тебя, короче, сдувает холодным ветром. Позволит ли ветру тебя унести? Нет? Смерть забирает тебя. F. Это как в Хейдесе, да? Ветром сдуло. Тупо ветром сдуло. Но мы прошли ласт босса, это считается победой. Это конец. Это как в Хейдесе концовка. Типа проходишь ласт босса, а потом все равно помираешь. Да, мне уже заспойлили, что тут такая концовка. Но победа, красная команда, вот ваши денежки. Окей, надо персов открыть, наверное. Вондерер, 2500. Пиромансер за 2000. Так, где наши апгрейды? Я не знаю, что тут надо качать, честно говоря. Но... Я не знаю. А вот ресалка. Когда умираешь, воскрешаешься с одним сердцем. Это как максимальное хп на боссе будет, да? О, рерол. Абилок при левелапе. Это тоже надо. И... процентов шанс крита против врагов, которые двигаются... в другую сторону, чем ты. Я не знаю, что это такое. Окей, давай это тоже загрейдим. Блин, это прикольно. Варлок, не качай, будет лучше. В смысле, не качай. Будет лучше. Почему не надо качать, чат? Типа, если не качать... Тут, когда качаешь метапрокачку, апгрейдятся враги? Или что? Нет смысла? Мета запрещена. Смысла нет, игра проходима. Это правда.